Андрей, поздравляем с победой. Что можете сказать по сегодняшней игре? Команда прервала безголевую серию, да, порядка 4 периодов. Да, спасибо большое. Да, хорошая игра была, считаю, выиграли 4-0, я уже 4-5-0. Хорошая игра была для нас, мне кажется, выполнили тренерскую установку, поэтому выиграли. А как вообще оцените сегодня? Сегодняшнюю игру. Мою? Личную? Или личную, да. В конце у вас были шансы, да, на игре в большинстве? Да, не только в конце, и в начале были шансы. Просто, не знаю, что-то не везло, бывает, правильно. И иногда бывает 5 моментов, и ты все не забываешь 5 моментов. В следующей игре уходишь один момент, и один момент забиваешь. Так что нужно продолжать, самое главное, играть хорошо, и моменты будут всегда. А в целом по сезону как вы можете замахнуться на лидерство среди россиян по бомбардирским? Да, я думаю, нет об этом смысла думать, как буду играть, так и будет, правильно? То есть такой сама цели нет такой? Цель всегда есть, правильно? Играть хорошо и забивать сколько можно и сколько получается. Самое главное, конечно же, играть хорошо и находить свою игру. А можете сравнить Панарина и Овечкина по стилю? Да, мне кажется, я не тот человек, я не тренер или какой-то там скаут, правильно, чтобы сравнивать их. Они разные игроки, мастеровитые игроки, очень хорошо играют. Угу. А, такой вопрос, вы будете пристально смотреть за молодежкой чемпионата мира? Да, конечно, получается мой год, правильно, и у меня есть пару друзей там, которые будут выступать, так что, конечно, буду поддерживать с ними связь и всегда буду спрашивать у них, как они играют, и дай бог, чтобы они выиграли этот чемпионат мира. По телевизору будет сложно, да? Ну, если будет время, конечно, буду смотреть. Угу. Всегда приятно смотреть, то есть, тем более следить за нашими. А вы не знаете, федерация не выходила на Каролину, чтобы вас призвать под знамена сборной? Честное слово, не знаю, мне кажется. Да и как бы они понимают, что меня не отпустит клуб, так что, мне кажется, смысла нету. А такой вопрос, если бы вас можно было склонировать, то есть было бы 2 Андрея Свешникова, вы бы поехали туда? Один остался бы здесь, один поехал туда. Конечно, я всегда рад играть за сборную России, тем более за молодежную, правильно, всегда надо помогать нашей стране и выигрывать. И... Угу. Я был бы рад туда поехать. А вернемся к Каролине, еще пару вопросов буквально. Вот эти празднования в стиле «Звездных войн», это кто придумал? На самом деле, даже не знаю, получается, кто-то из команды придумал, и просто у нас на доске было написано, что мы делаем, просто, если мы выиграем, мы делаем это, и все знают так, что мы делаем. Я даже не знаю, кто придумал, честно говоря. А кто фехтует лучше на лазерных мячах, вы или Даги Хамилтон? Оба хороши. Оба хороши. Ничья, да? Да, ничья взяла. А вы собираетесь смотреть новый фильм с 19 декабря? Посмотрим, да, если будет интересно, конечно, посмотрим. А вообще, какие планы на Рождество? Вы как-то будете отдыхать, праздновать? На Рождество, да. Скорее всего, к брату поеду в Гранд Рапидс, увижу его, повидаю с ним, побуду с ним 2 дня и назад поеду в ралли. У нас там только пару дней выходных, так что слишком много времени нет. А в свободное время хоккей смотрите? Хоккей, ну, НХЛ смотрю, КХЛ иногда смотрю. Ну, просто тяжело смотреть, правильно, потому что у нас 82 игры, иногда ты просто приходишь домой, отдыхаешь, ложишься там спать на пару часиков. Так что очень, очень мало времени, но я, конечно, стараюсь смотреть. Андрей, а на учебу у вас есть время? Вы учитесь заочно где-то? Сейчас нет, уже не учусь. Я играю в Америке, как я могу учиться? Потому что, да, понимаю. Последние тогда 2 вопроса. 3 самых ярких события 2019 года для вас? Ну, конечно, когда я забил лакросс гол, первое, второе, когда я забил Монреаль гол, 20-й гол в том сезоне еще. И третье даже не знаю. Может быть, эпизод с Овечкиным, может быть. Думаете, яркое? Ну, как воспоминание. Я уже забыл, на самом деле. Даже не знаю. Хорошо. И последний вопрос. Что вы пожелаете болельщикам в новом году? Желаю всего самого наилучшего болельщикам. Отпраздновать хорошо Новый год и продолжать также болеть. Спасибо. Спасибо большое.